Новый год без тишины. Боевики на Донбассе даже на время праздника не прекратили обстрелов. Перемирие нарушали на Донецком направлении. В районе Павлополя били по украинским позициям из минометов запрещенного калибра. Но даже под огнем наши бойцы нашли время для праздника с оливье и десертом. С передовой материал Геннадия Вивденко. Мобильная группа с новогодними подарками от командования идет на передовые позиции в районе Авдеевской промзоны в пакетах сладости. Ромка, добро пожаловать вам уже. Да, как всегда. Вот, это как раз туда, куда мы идем. Ага. Вань, пошли в обход. Противник усиливает огонь из стрелкового вооружения. Из-за плохой погоды, видимости они. Что здесь? Нет, просто нам сейчас по прямой бежать, вот туда. Да. Вот, туда. Вот же поворот. Сейчас посидим минут. Ну, прям перед лицом пролетело. Давай отсюда. От огня прячемся под разрушенным зданием. Канун новогодней ночи. Сейчас противник проводит прострел наших позиций. Так поздравляют с наступлением Нового года. Туман. Боятся, видимо. Какая-то мелочь, это уже событие. Тем более здесь. Например, если у меня такая мелочь была какая-то новогодняя или на днях? Да нет, на самом деле. Ну, привезли что-нибудь вкусненькое нам, да, наше командование. Уже радость. Там выплатили вот нам, да, там подъемную допомогу, там еще поздравления от президента, там, я не знаю точно, как оно. Уже как бы есть, что домой отправить, чтобы близкие порадовались, да, уже радость. Ну, и с таких мелочей и состоят большие радости. Чтобы 18-й год был поспокойнее, чем 17-й. Ну, да, чтобы, всем счастливых перемен. Да, правильно. Чтобы все, вот как в этом составе вы есть, чтобы вот так в этом составе и оставались. Даже больше, да? Да, ну, прибавление это хорошо, главное не на минус. Хорошо, спасибо большое. А вы от Нового года чего ожидаете? Только перемен в лучшую сторону. Здесь 30 метров до противника, но праздничное настроение десантникам никто испортить не может. Чего готовите? Расскажите. Какой рецепт? Вот, о. Вот он рецепт. На всех хватит? Конечно, на вас хватит. В блиндажах готовят праздничный обед для тех, кто на передовой в новогоднюю ночь. Бутербродики, оливье, как положено, мы отпразднуем. Наготовили много, вдруг там соседям придется, наших придут гости. Так что будем встречать красиво Новый год. Курица, гусь, домашний, прислали из дому ребятам. Несмотря на эти условия, на передовых позициях десантники готовы к Новому году. В ящике со снарядами от гранатометов. Шампанское. Детское. Будет у нас на Новый рік. Шампанское будем отмечать. Яке? Детское. Детское. Вот лимонад, клубника. Вот так. Это у нас, то будет у нас советское, а это у нас будет одесское. Є з ароматом клубники і сливок, оце в нас буде одеська. Шуба буде в нас головним блюдом. Хто готував? Всі по чуть-чуть готували. Хтось тепіт робив, хтось те. Всі допомагали, всі робили, старалися. Сьогодні з утра всі хлопці приходять з міни, допомагають. Стараємося все робити, щоб потім можна було 12 ночі сісти, відмітити. І щоб пішли хлопці на пости. Для праздничной ночи на передовой десантники стараются выглядеть подобающе. Заходили в голубых беретах, и выйдем, как оно было. Так что в этих беретах наши побратимы защищали Украину, погибали. Так что для нас это, я думаю, для каждого десантника голубой берет это был, есть и будет, останется святым. Хочется чистого неба над головой, чтобы дети бегали, игрались. Мы катались на горках всяких, без этих всяких взрывов и тому подобное. Ну, что еще добавить? Просто мира хочется, и все. У этого десантника дочь родилась совсем недавно. Через 2 часа на пост. Встретим Новый год на посту.
Как раз у вас он там и відбудеться, да? Ну да. Трансротация, вот как раз. Геннадий Вивденко, Даниэль Косаковский, Игорь Щепет. Подробности. Телеканал «Интер» из Донецкой области.